Шел, дуртел, дешел, алтел. Восьма пани, сбиваясь, считается от цвете и собирает золотые солнышки в ведро. А дуванчиков должно быть ровно 400, ни больше, ни меньше. Собирают на лугу за своим огородом. Восьма апа говорит, что здесь они особенно чистые, растут вдали от дороги. На них пыль не садится. Но прежде, чем сорвать цветок, обязательно нужно стряхнуть. Яркие цветы любят не только люди, но и пчелы. Я варю варенье из одуванчиков каждый год. Польза от него огромная. Называю эту сладость мед, потому что очень на него похож. Одно из обязательных условий – одуванчики нельзя мыть, иначе смоется пыльца. Именно она придает изысканный вкус сладости. Все это заливается водой и варится 10 минут. Отвар нужно процедить, добавить 1,5 кг сахара и лимонную кислоту. Проварить еще 10 минут. И все. Полезный, вкусный, густой одуванчиковый мед готов. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заинска.